На фоне финансового кризиса в Греции доллар на московской бирже вырос на 76 копеек. Курс американской валюты составил 55,54 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Как отмечают эксперты, риски дефолта Греции и выхода страны из еврозоны привели к резкому снижению евро к основным валютам, прежде всего к американскому доллару. Номинированная в долларах нефть упала в цене и оказала решающее влияние на ослабление рубля. На лондонской бирже ICE сорт Brent подешевел на 2,3% до 61,82 доллара за баррель. Кроме того, как отмечают аналитики брокеров, на снижение курса рубля влияют такие факторы, как конвертация дивидендов компании в иностранные денежные единицы. Значительная сумма выплат по внешнему долгу России во второй половине 2015 года и продолжающиеся покупки валюты Центробанком. Эксперты считают, что российская валюта движется к отметке 57 рублей за доллар, то есть входит в крутое пике.